Один голос, лишь один непобедим. Стоит лишь решить, то у России будет командир. Каким будет мир, то будет нам отец. В пропасти нас поведут, как стадо заблудших овец. Мы сами решаем, кого во главу поставить, чтобы себя без последних штанов не оставить. Все говорят, так к чему нам это все надо? Ведь и так понятно, кому сулит награда. И за замками дверей становятся сильнее. Не, но они-то вон чё, а я-то эгегей. Ну а пока вы ноете, что все не то, на все плевать, я натяну брюки и пойду голосовать. Какие в твоем городе будут дороги? Насколько снизятся, поднимутся налоги? Насколько возрастет в глазах любимая страна? Да, здесь зависит только от тебя. Кого избрать, кто будет у руля? Это твой выбор, штурман корабля. Приди голосовать, дело 5 минут, но поколение наш выбор точно не забудет. Историю вершин, невзирая на погоду, сам выбери избранника, слугу народу. Бюллетень для каждого отложена своя. Мы реально можем вместе на что-то повлиять. Свет, камера, мотор, на Урале много гор. Город за забором может не унять этот напор. Волосы кидай в думу, выбирай себе по духу. Бери подругу под руку, даже не надо думать. Бюллетень не чекани и галочку поставь не надо. Что тебе по духу, брат, это есть правда. Кто если не мы, а кто если не ты? Якобы кабы не изменит голос улицы. 18.03, мы в формате MP3. Этот видосик на репите, братик, покрути. Лужи намазали, будто бы как на Руси. Не мороси, выбирай вождя, не жди. Ой, приходи на выборы, пойдем голосовать. Кому, если не нам, президента выбирать? Мы собираем флаги для нашего пути. Мы галочку поставим, мой президент. Пойдем голосовать. Кому, если не нам, президента выбирать? Мы собираем клани для нашего пути. Мы галочку поставим, ой, президент.